понедельника. Они жили и мечтали о счастье, погрузившись в обыденность. Мамочка! Ой, вот девочка моя. Ну-ка, расскажи мне подробно, кто такой Андрей. Осенью мы женимся. Ты его любишь, да? И когда все хорошо, судьба вмиг может стать жестокой. Ну, целый день звоню Иришке, она к телефону не подходит. Я не могу. Я, кажется, только что убил человека. Я бы сейчас все отдала, чтобы ее вернуть! Но если жизнь опустела, оглянитесь, вдруг рядом есть кто-то. Шаталин Геннадий Петрович, ну почему ты меня боишься? Я же твой папа. В доме инвалидов ей хотя бы... Я не отдам свою дочь в дом инвалидов. На кладбище, что ли, ходила? Цветы поливала. И без сейчас хорошего мужика найти. Тот, кто поможет выдержать горе и не замкнуться в себе. Оплачено любовью. С понедельника на ТВ Рус.